Дом только что разрушили. Здесь стоял дом, какой-то. Крыша новая. Довольно приличный. Его разрушили где-то за полтора часа. Видать, что-то снова строить будет. Так выглядят улицы Сиэтла. Понедельник. Ни одной машины в четыре стороны. И сейчас только 8 вечера. Меня возле Норгейт Молл открыли раздачу еды, и на машинах приезжают, забирают ее. Такие чайки в Сиэтле.
район, который перекрыли, никем не контролируется. Вначале, короче, здесь позакрывали, забили фанеры окна, чтобы они не бунтовали. Вот можно посмотреть биты. Впереди забиты. И разрисовано граффити все. Там квартал этот перекрыт, несколько кварталов. И вообще этот Capitol Hill, он считается как тусниковый. Такой молодежный, неформальный, если неформалы собираются. Впереди забиты фанеры, там граффити. А вот слева район, который перекрыт. Чё так спокойно? Я думал, что там какой-то фестиваль. Я работаю неподалеку, и когда это все началось, здесь толпы ходили, поставали, но закрыли все фанеры, потом перекрыли район. И я вначале не думал, что там перекрыли просто район, как независим сделать. А думал, просто там перекрыли, как бастуют. Потом по новостям услышал, что типа сделали независимую зону. Но Capitol Hill считается он как... Здесь много баров, ресторанов, тусовок. Вся вот неформальная часть Сиэтла, она здесь собирается. Я не удивлен, что они здесь сделали такое, как огородились. Плюс это центральная часть. Так что... Сегодня 17 июня. Сиэтл постепенно открывается. Там рестораны, закусочные. Я прохожу, смотрю, уже некоторые открыты, и там уже сидят люди. Погода безоблачна. Машин стало больше на дороге. Потеплело. Учебные заведения. Неизвестно, если будут в классе. На осень вроде будут, на лето непонятно.